Входная группа отделения Почты России в микрорайоне Фирсановка за считанные дни существенно изменилась. Теперь здесь ровные ступеньки, удобные поручни, обновленная дверь. Компания-застройщик, которая обслуживает микрорайон, обнаружила проблему и решила внести свою лепту в преображение здания. Получилось так, что обнаружили, что дверь не открывается, входная группа вся разбита. И обратились, соответственно, как неравнодушные, активные, к депутату и ко мне, к начальнику территориального управления, с предложением поучаствовать в ремонте входной группы. Спустя буквально 2-3 дня 90% работы уже было выполнено. Сейчас жители уже отмечают, что стало удобно приходить на почту. Совсем другой вид и другое настроение при посещении этого объекта. Для нас это самое главное, потому что по принципу губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева житель всегда прав. Это почтовое отделение единственное во всем микрорайоне. Ежедневно сюда приходят десятки химчан. Сейчас работы на объекте завершены. Остались лишь последние косметические штрихи.